человек остался человеком даже после конца света. Он все так же готов был грызть глотки своим собратьям из-за абстрактных идей. Даже война, на которую я ехал теперь, была эхом какой-то древней войны между красными и фашистами. Человек не меняется. Послушайте, прошу. Я просто пытался обойти их со стороны. Видите, там пролом. Если мы пойдем по тем трубам, может быть, сможем пробраться к ним. Бежи, кусок ты дерьма! Родина не прощает! Клянусь, я правду говорю. Это я. Я дорогу нашел. Пожалуйста, проверьте. У меня жена. Со своими семьями. Счастливая жизнь.
Спасибо, товарищ. Я слышал, что где-то рядом действует охотник. Хорошая работа. Неважно, что у тебя за задание. Мы перегруппируемся и отступим. Спасибо, что дал шанс выжить. Thank you.
каждому новобранцу чистая униформа и миска каши. Солдаты и командиры Красной Армии, пишите, на станциях освобожденных армии Рейха уже улучшилось продовольственное положение, медицина и безопасность. Многие из вас, товарищи, уже вступили в наши ряды. Солдаты Рейха не пытают и не убивают военнопленных. Многие ваши товарищи уже на себе почувствовали наше гуманное отношение. Вступайте в наши ряды и процветайте.